Сейчас мы напишем вот эту голландскую тарелку нашими обычными красками, но так как она коричневато-зеленоватая, мы туда дадим вовнутрь марсика вот так. И, как обычно, нашими тремя-четырьмя цветами накидаем подмалевок для этой тарелки. И вокруг нее сделаем небольшой подмалевочек. И вот сюда, кстати, охра золотистая было бы неплохо. Прям с кобальтиком фиолетовеньким. Вот она. Как продолжаем подмалевочек. И лезвийка в руки. Вписываем в этот подмалевочек вот такую вот драгоценную расписную тарелочку. Мы ее когда напишем сейчас, пройдет где-то неделя, и она высохнет. Для чего нам надо, чтобы она высохла? Чтобы показать вам, как делать узор на ней. Кобальт фиолетовый, кобальт зеленый. Вот такие вот краски. Так, а теперь возьмем газетку. Быстренько раскидаем в разные стороны эти красочки. И вот так у нас продолжается рассказ о нашей дамочке, которая любит орхидеи. Духи из... магнолии. И духи из магнолиевых листиков. Часто я магнолию называю орхидеей. Почему-то. Не знаю почему. Так. Так. И... Вовочка, я знаю, кого мы сюда положим. Вон она, которая у тебя там лежит. Вов, твой рисунок положим. Такой дамочки, которая лежит. Да? Положим ее? Вов, алло? Вот сюда ту Ирен положим, которая так лежит, знаешь? Давай, посмотрим. Потом. Всех сразу уложить нельзя. Да. Давайте лезвиком сделаем. Это, знаете, как мы назовем это? Предполагаемый натюрморт. Предполагаемый.
Он не выставлен, а мы каждую неделю подставляем к нему новые предметы. Пока думаем, кому принадлежат эти все предметики. Той, которая любила магнолии. Сильно много не буду мучить. Вот так. Так, вот у нас здесь стол будет продолжаться вот здесь. И вот тарелочка, которая немножко соприкоснулась с духами. Мы ее сделаем темно-коричнево-зеленой, так? А вот дальше, как мы сделаем узор, это нам понадобится, чтобы это все высохло. Давайте сначала, как свет пойдет, вот так. Давайте сначала полосочку проведем, как свет пойдет. Вот он. И сразу работаем. Я сделаю этот цвет, вот он, кобальт-зеленый, араратик, охра-золотистая. Вот он этот цвет, я его вижу. Посмотрите, какой хороший, да? Мы сейчас сначала протрем. Вот здесь вот будет самый сильный свет, смотрите, вот он. Сначала протрем, а потом цветом дадим немного. Так, это лента будет у нас. Здесь секторов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 секторов. Эх, как бы их четко разделить. Ладно, мы потом эти сектора будем разделять. Сейчас давайте просто ее форму. Она очень сложная, эта тарелочка. И она как раз вот сюда пойдет замечательно. Конечно, этот натюрморт можно было написать за один день, но нам же интересно, как развиваются события у нас с вами в вебинарах. Да? Как вы участвуете, как вы нам что-то подсказываете, какие предметики вы бы подставили к этой магнолии. Так? Так. И вот смотрите, я чуть сделала, а теперь я хочу этот цвет сюда. Вот он. Сейчас давайте еще раз. Араратик.
Кобальт зеленый, охра золотистая. Такой, знаете, как жухлая трава. Вот он. Смотрите, какой хороший цвет. И вот он как раз там и есть, такой цвет. Вот она, жухлая травичка. Но я ее сверху того, что я протерла. Мы эти цвета и будем дальше использовать. Сейчас в тенюшку мы возьмем эти цвета. Только вместо охры золотистой мы возьмем Марс, наверное. Вот он. Уже темно, надо побыстрее это все делать. Сейчас. Так, ну и сейчас Араратик у меня закончился. 2 секунды. Араратика. Тут. Теперь намешиваем. Сейчас немного еще. Арарат. Кобальт зеленый, охра золотистая. Вот эту серединку немного дам этим цветом. Так. Серединку дала. Теперь мне надо хоть немножко вот здесь вот. Сегменты. Сейчас придется эти сегменты все-таки сделать. Так, 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 так. Я примерно эти сегментики. Так протираю. Рано-рано, сегментики, рано. Кобальт зеленый, охра золотистая. Сейчас кобальтика зелененького себе еще давану. Убежал. А вот он. Кобальтик зеленый. Так. И вот. Ой. Так. Такой цвет, знаете, как болотненький, но все равно в сторону кобальтика зеленого.
сначала вот все-таки сначала немножко вытирайте подмалевочек, потом будете на него навьючивать, хорошо? Так, еще сюда охры золотистой немного. Вот он, этот цвет. И вот вы понимаете, что здесь будет самое светлое место у нас. А дальше мы сейчас будем утемнять. Так, не волнуйтесь, если пойдут такие, знаете, как мазочки. Так, еще месим кобальт зеленый, охра золотистая и... Уже меньше белил теперь смешиваем, да? Потому что мы вот куда пошли. Уже на полутон пошли. Чуть больше охры золотистой. Вот оно. И вы же понимаете, что все это должно очень хорошо высохнуть. Как раз неделя нам нужна, чтобы это все высохло. Так, а теперь, когда мы полутона сделали уже, еще не сделали, еще вот здесь вверху немного, смотрите, потом, да? И нам теперь понадобится охра золотистая. Давайте потихонечку посматриваем на эти предметики, чтобы этот цвет тарелки был приятен этим предметам. Так, охра золотистенькая немного сюда и... Идем на тень тарелки. Тень тарелки сейчас мы с вами сделаем. Красивая. Смотрите. Кобальт зеленый. Без белил. Охра золотистая и араратская зеленая. Давайте. Сейчас придется еще чуть-чуть. Кобальтика зеленого. То есть вы поняли, да, мы сначала тарелку рисуем в цветотеневой среде без узора. А узор мы сделаем, потом вам расскажем как. Так, еще чуть-чуть охры золотистой сюда. Вот она какая, она здесь темненькая будет с этой стороны, сюда свет не попадет. И вот здесь темноватенько будет тоже. Вот она. Хорошо. Можно Марсика немного дать сюда. Вот сюда, знаете, в глубинку. Еще немного. Вот сюда, смотрите, вот так вот. Чтобы у нее был такой, как называется, объемчик вовнутрь. Ну и вот здесь, конечно, потемнее. Вот здесь самое темное, вот здесь самое светлое, да? Вот так вот мы накидали. Отлично. Можно немного развеселить серединку. Видите, сложный цвет все-таки надо. Я когда увидала эту тарелку в одном из голландских городков, в антикварном магазине. Она дорогая, но я схватила ее, прижала ее к себе и сказала Вовочке, она мне нужна, эта тарелка. Вот видите, она пригодилась здесь. Так. Вот смотрите, и пастос сильный получился. Но нам не страшно, что пастос получился. Потому что берем лезвийко. Вот еще одно действие, подождите, еще одно действие. Вот прям хочется чуть-чуть светлее сделать вот эту часть. Ну вот прям. И вот эту. Охрочки сюда. Такой настоящий цвет, который... Сюда можно немного пустить этого.
Надо же, чтобы настоящий цвет этого фарфора был съедобным, вот так скажем, съедобным. Конечно, можно это делать и кистью, но когда делаешь носком, как бы как будто трогаешь эту тарелочку. Так. И вот накидали, да, лезвие в руки. Посмотрите сбоку. Нам не надо, чтобы у нас были такие мазки. Поэтому вот. Вот так. Погладим ее. И пусть себе неделю высыхает. Потому что если мы сейчас начнем рисовать на ней узоры, все размажется. Сильно не нажимайте, наше дело просто прижать ее. Можете вот так, сверху вниз. Вот, замечательно получилось. И вот можем, конечно, но это лучше мы, знаете, когда сделаем, когда будем делать узор. Все, Вовочка, я нарисовала тарелку. Отлично. И она будет сохнуть. Очень хорошо. Подготовочный подготовительный этап. Падающую потом, хотя давай намечу все. Я падающую на всякий случай. Ну, давай. Давайте кобальт, фиолетовый, араратик. Сделаем падающую, потому что потом будет тяжело ее делать. Она не слишком толстенькая будет, эта падающая. Но очень красивая. Ну, если мы сюда выложим нашу Эрен, то она точно захочет этот натюрморт. Вот сюда. Большую или маленькую, Ирен? Вот такую среднюю, а там сделать глинобит сзади. Или какой-то вензель там, знаешь, что это замок. Давай, поэтапно. Поэтапно, пока не знаем, да. Понятно. Ну, для кого? Я же хочу узнать эту дамочку, для кого это все мы выстраиваем. Значит, следующее действие, Вовочка, это размер тарелки по ширине. Сейчас тебе скажу, какой. 22 сантиметра. А по высоте, сейчас посмотрим. По высоте 21. Ну, она же облокотилась, она так и должна быть. Мы по ширине смотрим, да? 22?
22 по ширине. Ну, хорошо. Я не гарантирую абсолютно точно. Не, ну... Ну, как бы... Я ее сфотографировал, я в таком же виде могу ее загрузить. Давай. И напечатать. Давай. Это на следующую среду нам понадобится.